Ну, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. На самом деле у меня уровень определенный какой-то есть. Я могу зажимать аккорды. Ну, такие основные аккорды знаю, да. Барре берешь. Барре беру, да. Хочу просто дальше как-то развиваться. Посмотреть, что я, в принципе, смогу. Блин, я даже не знаю, что делать. Слушай, ну ты можешь показать вообще, что умеешь? Ну, у вас хорошая постановка правой руки и ногти. А ногти об железные струны не убиваются? Нормально у вас держится? Вообще периодически убиваются, да. Ну, железные струны, да, конечно, убийцы ногтей. У меня кто Да. железо играет, у них прям летят. Летят на раз-два. Дружище, если ты давно хотел научиться играть на гитаре и просто не знал, с чего начать, начни с приложения Тимбро. Приложение поможет начать тебе играть на гитаре, а если ты уже что-то умеешь, поможет тебе развить навыки. Открываем приложение, выбираем подходящий нам пункт. Я умею играть чуть-чуть. Далее настраиваем гитару. Огромное количество песен и мелодий, которые подойдут как начинающим гитаристам, так и продвинутым. Так, выбираем фингерстайл. Задача 1. Отлично. И вот таким образом постепенно вы начинаете переходить к более сложным мелодиям. Отлично, я молодец. Таким образом, вы, начиная от базовых упражнений, таких как просто обычный щипок по открытой струне, переходите к более сложным композициям, вы набираетесь опыта и развиваетесь. Приложение можно скачать в Google Play и в Apple Store абсолютно бесплатно. Тимбро, скачивай и развивайся. А вы вообще какие-нибудь упражнения, что-нибудь там играете? Можно... Можно даже выше, наверное. Ну, вот это вот. Вы можете что-нибудь, да, продемонстрировать сейчас? А что продемонстрировать? Ну, что-нибудь, любую там мелодию, песню, которую вы пробовали играть сами. Ага, так, конечно. Металликом. Да, я Вот, поняла. это такая простенькая мелодия. Как бы без паузы это хорошо. Синхронизация есть, пауз нету. Мог взять гитару и прикольно что-нибудь интересное сыграть, чтобы людям такие... Да, неожиданно. Пьеса на уме очень нравится, там и с пассажами. Что-нибудь такое, там погреметь.
Ну, это, по-моему, супер сложно будет. Вот так вот, через 20. Можете попробовать. Вы играете где-то, ну, может быть, пару лет, нет? Нет, 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 один год я играю. Один год? Ну вот где-то год, да. Я так понимаю, у тебя есть какое-то образование, да? Да, я же говорю, я умею играть на определенном вот таком вот, скажем так, средняковском уровне. Я больше как классический гитарист, чем... А, ну, по классике, ну так это же замечательно. Да. Фингерстайл. Я как-то играл пару раз, но мне не очень заходит фингерстайл. И гоп, стоп, зим. А ну-ка ложки не хватай, а раз, два, семь. Армейский бой. Но это больше похоже, знаешь, как, ну, мучачус. Ну, типа вот это, да? Первый, третий, второй, четвертый. В общем, мы ставим пальцы как бы на пятый лад. Нет, она школьная программа. Если пальчики хорошо, в левый потихонечку можно выучить. Нет, у меня есть, конечно, достаточно сложная для меня в багаже композиция, но я не уверен, что конкретно вот это будет вообще мне по силу. Ну, и у меня есть сложные, как я считаю. Я думаю, вы справитесь. Мне кажется, нет. Это так сложно, может, выглядит. Она, ну, не такая сложная. Просто пальцы, я сейчас видел, что тоже быстрее же играют те штучки. И постепенно, просто там пассажей несколько, в принципе, по отдельности выучить. Майкла Джексона много слушал в фингерстайле. Ну, это один из самых популярных, так скажем. Титаник слышал. Ну, это я понял, это такие стандартные, да. А что-нибудь такое, знаете... не то, что у всех на слуху, а вот такое что-нибудь. Но я понял, что с тобой надо не заниматься, а группу создавать. А потом перемещать. Я думаю, что сейчас по скайпу
я не услышу всего того, что нужно, там, ну, малозначительные вещи, которые нужно было бы исправить. Любимый жанр, может быть, что вы слушаете, или вы слушаете все? Все, абсолютно все. Ну, я говорю, я могу играть Майкла Джексона. Могу играть, я даже не знаю, ну что, те же «Пираты Карибского моря». Я не виртуоз игры, там, знаешь, чтобы там переборами там что-то учить. Моя задача с нуля научить до того, чтобы он пел и мог разбирать песни. Просто в основном играю, знаешь, что-то такое, типа... Акстар, не смотришь? Акстар? Не, я знаю его пранки. Сеня, знаешь, что ты как Акстар, знаешь, он звонит, вот этот преподаватель. Ну, ты эта композиция, конечно, меня удивила. Какие-то... Да, Акстар. У меня вопрос такой. Ты случайно не это, не снимаешь, чтобы в YouTube выкладывать? На самом деле, да. А можно попросить тебя сыграть что-нибудь на гитаре? So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. And nothing else matters. I never opened myself this way. Life is out, we live it our way. All these words I don't just say. Nothing else matters. Круто. Очень круто. Прямо, я прям погрузился в атмосферу. Слушай, спасибо тебе большое. Я... Помимо того, что получил контент, который хотелось бы, пообщался с приятным человеком, послушал замечательное исполнение довольно сложной композиции. Спасибо тебе большое за общение.